В Нижнем Новгороде объем изъятого контрафактного алкоголя за год вырос больше, чем в 2 раза. В прошлом году сотрудники полиции изъяли более 30 тонн нелегального продукта, а в этом уже 76, а ведь год еще даже не закончился. Даже юридические лица в своей деятельности используют контрафактный алкоголь, то есть бодяжный так называемый. То есть лицензия стоит порядка 30-40 тысяч, и вот чтобы быстрее ее окупить, то есть они все равно применяют и завозят себе контрафактный продукт. Особенно остро стоит проблема с торговлей без лицензии контрафактной продукции, это на автозаводе. Мы вывозим алкоголя, в общем-то, ежедневно по 100 литров. Буквально в начале недели сотрудники полиции изъяли крупнейшую партию незамерзайки на основе запрещенного метанола – 35 тонн за раз. Для сравнения, столько контрафакта было изъято за весь прошлый год. Предполагаемая стоимость нелегального продукта – более 500 000 рублей. За незаконную продажу опасной жидкости продавец отделался лишь штрафом, а вот потребитель может поплатиться жизнью. Очень опасно вот покупать где-то с рук, да, вот эти вот алкогольные все дела, когда этиловый спирт там оказывается, смертность очень высокая. Дело в том, что нас больше травятся не качеством, а количеством. И подавляющее большинство это все-таки молодежь и люди такого трудоспособного возраста. МВД предупреждает, контрафактным может оказаться не только алкоголь, купленный с рук, но подделку можно натолкнуться и в магазине. Крупные торговые сети не рискуют связываться с алкоголем сомнительного происхождения, но мелкие магазины, напротив, видят в этом дополнительный источник заработка. Поэтому будьте бдительны и смотрите, что покупаете.